Сейчас самое-самое интересное. Я настолько доволен тем, что я чебуреки делать не умею. Положите, пожалуйста, громадное чебуречище. Секрет хорошего чебурека – пирожное, но с мясом. И чебурек. Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Сегодня я хочу готовить только для себя. Головы от пшеничного самогона. Друзья, я обожаю вкусные, сочные чебуреки, которые вот так разламываешь, и из него бежит сок, мяско сочное, само тесто такое хрустящее и приятно вкусно жуется. Но они получаются мне такие не всегда. Сейчас уже жара спала, я на природе, и я хочу сделать здесь чебуреки. Я надеюсь, они будут такими, как я их люблю, такими, как мы их любим все. Готовлю тесто для чебуреков или чебуреков. Мука, соль, масло. Лучше взять оливковое. Горячая вода. Тесто я сделал достаточно крутое, потому что после того, как оно отдохнет, оно будет еще мягче. И полчасика-часик отдохнуть в целлофанчике. Тесто у меня уже хорошо отдохнуло. Секрет хорошего чебурека в правильном тесте. Есть миллион вкусных и обалденных рецептов теста. Важно, чтобы у нас само тесто в чебуреке было очень тоненькое и правильно прожарено. Поэтому, какое бы тесто вы ни выбрали, у вас все равно будет очень вкусный чебурек. Я раскатываю вот такую колбаску из теста и разрезаю ее. Абсолютно не играет роли, какого размера у нас будут шарики. В одном случае чебурек будет совсем малюсенький и очень аппетитный, а в другом случае он будет громадный чебуречище. Все кусочки теста я округляю и складываю в кулечек. Шарики, которые получились, я округляю вот так ладошками. Самое сложное и в то же время самое легкое – это раскатывать колобка в хороший чебурек. Стол не очень удобный, но все равно получаются вот такие тоненькие заготовки для чебурека. Можно и тоньше, сейчас попробуем сделать этот, потом будет видно. Сейчас самое-самое интересное. Все мы любим, когда в чебуреке очень много мяса. Но когда мы смотрим, как его делают, нам все говорят, положите, пожалуйста, маленькую столовую ложечку фаршика. Вот столько. И все, и достаточно. Но мы хотим побольше, и из этого побольше чебурек, если тесто не очень хорошее, начинает разлазиться, и сок из него убегает. Но я все равно хочу побольше мяска, так же, как и вы, потому что это за чебурек, в котором одно тесто? Если тесто слишком сильно в муке вымазалось, то я смачиваю краешек водичкой, чтобы тесто легче схватывалось. Я вас не учу, как делать чебуреки, или как делать чебуреки правильно, или самый правильный рецепт чебуреков. Я вам уже сказал, сегодня я готовлю просто для себя. Воздух я выпускаю из чебурека. И вот такой простой, очень простой штучкой я вырезаю ровный краешек. А чтобы чебурек легче поднимался, я его вот так аккуратненько поддеваю шпателем. Все, проверим масло. Чебурек я буду жарить на жире, на бараньем жире, который я вытопил. Он у меня остается от производства маргарина. Это фритюр, он тоже почти без запаха. Вот такой прекрасный белый жирочек у барашка. Пробное тесто отлично золотится, очень быстро. Значит, температура в казане уже нормальная.
Друзья, наконец-то мое огромное желание сбылось. Я приготовил чебуреки, они приготовились на костре, на природе, с дымком и, самое важное, с любовью. Конечно, как я и говорил, я абсолютно не умею делать чебуреки. Чтобы вы все знали, чебуреки я делать не умею. Но я все равно их сделал, и они очень вкусные. Я их с удовольствием хочу покушать, потому что пока я их готовил, все мои друзья уже съели 3 партии, я уже устал их готовить, хочу сам кушать. Здесь у меня смесь пшеницы и овса. Хочу немножко побольше. У меня аж слюнки начинают течь от того, что я сейчас буду есть обалденнейшие чебуреки. Они не очень красивые, но они очень вкусные. Аромат зерновых настолько волнует. Те, кто хоть раз попробовал зерновые напитки, он поймет, что я сейчас чувствую. И чебурек. Они все абсолютно разные. Одни большие, другие маленькие. Они все не такие красивые, как в магазинчике, но бараньего жира абсолютно не слышно. Я их кушаю вот так, чтобы сок оставался внизу. Класс! Фаршик сочнейший. Теста почти нет. Внутри зелень. Обычно есть много разных рецептов. Одни добавляют просто укроп, другие вообще зелень не добавляют. Я люблю добавлять и укропчик, и кинзу, и петрушечку. Когда это более сочно, это личный мой вкус. Раньше, когда я только научился готовить чебуреки, вот эта самая корочка, она всегда получалась очень жесткая и не такая вкусная, как весь чебурек. Я ее всегда оставлял. Но в эти последние разы, когда я ее готовлю, она настолько мягусенькая. Это настоящее пирожное. Я люблю чебуреки именно те, которые делаю я, потому что здесь много мяса, как я вам и показывал, и из-за этого, что много мяса, они очень сложно лепятся. Но, конечно, это дает свои результаты, и чебуреки – настоящее мясо. Это просто кусок мяса и чуть-чуть теста. Все чебуреки остались целенькими, сок в них остался, но из-за того, что вся партия, даже несколько партий уже приготовились, конечно, часть сока впиталась в тесто. А вот когда мы пробуем чебурек, который только достали из казана, он весь такой еще парует, бульбочки на нем вот так дышат, и мы его когда кусаем, настолько все тесто хрустящее, но очень нежное, как будто бы это тончайшая пахлава, но с мясом. И кинза. Я настолько аппетитно рассказывал, что мне еще раз захотелось почувствовать, какой же вкусный и ароматный дистиллят из пшеницы и овса. Молоденький хрустящий огурчик. Я хочу попробовать чебурек, который немножко больше зажарился. Он даже больше по размеру. Вот так, везде. В нем есть воздух, то есть там вся влага сочная осталась. Все эти чебуреки пропитались именно легким-легким ароматом дыма и стали вот такие классные, вот такие обалденные. Я настолько доволен тем, что я сделал чебуреки. Получились они очень вкусными. Я не говорю, что учитесь у меня, я сам хочу учиться у вас. Поэтому, если вам есть чему мне научить, пожалуйста, пишите в комментарии в этом видео. Если вам понравилось мое видео, ставьте вот такие громадные лайки. Пожалуйста, ставьте лайки.
Подписывайтесь на мой канал, ссылочка для подписки вот здесь. Рядышком есть колокольчик, нажимайте на колокольчик, и вы будете всегда в курсе всех новых видео на моем канале. Друзья, и помните, кухня – это самое спокойное место.